Давай, хватит спать! Иди вниз, дай поспать. Пошли колотить шалаш. Сколько время-то? 8 с чем-то. Ладно, сейчас встану, идите вниз. Я вчера в 3 часа ночи легла, а не как вы в 11. А что ты так поздно делала? Песню дописывала. Я еще даже не завтракала. Бабушка на столе оставила еду. Куда она ушла? В огород. Ну, мы пока пойдем, короче, с Андреем доски у деда возьмем, пока он не видит. Ладно, я сейчас к вам приду. Нам бабушка разрешила. Что делать сегодня будем? Стену, чувак! Я тоже. Инструменты здесь оставить? Вроде дед хоть Кирилл катается. Да, давай его здесь оставим, а тут еще мы же скоро придем. Андрей, положи пилу, молоток и гвозди куда-нибудь шалаш. Ладно, сейчас положу. Может, мы с Андрюхой за досками сходим еще? Давай, это материал закончился. Thank you.
блин, он тебя съест теперь. Мы что потеряли, братан и сестер? Чего? Вот алкопило! И кого-то украли! Как? Так! Ты вроде тут знаком с какими-то ребятами, которые тоже шалаши строят. Знаком, но я думаю, они просто так без спроса не взяли. В шалаше только был мой друг Леха и все. Надо его найти. Он в городе. Бабушки рассказали, инструмент тоже наши не видела. Придется ни пилы, ни молотка. Может, ездить в соседние шалаши, может, там. Поехали. На шурупах. Это да, им наши раритеты не нужны. Здесь нет, кто взял? Бабайка. Призрак будет. Точняк. Можно прям фильм ужасов снять. Семейка. Кстати, Лёх, ты говорил, у тебя дома свой молоток есть. Есть. Ну так, может, твои родители его привезут? У меня дома тоже пила и молоток свой есть. И мои захватят. А то стройка замрёт. Но если до пятницы не найдем, то позвоню. Пойду еще поищу. Ладно, сестра. Что ты тут делаешь? Ничего. Моток с пилой не видел? Нет. Леша! А, Тёть! Там какой-то мальчик пришел, это не твой друг. Сейчас посмотрим. Не он. Давай дружить. Давай, а ты пил с молотком не брал? Нет. Ну так давай. Меня Ваня зовут. Меня Леха. Это мне кажется, это он стащил, его застал на том месте. Да, братан, сестер, право, мой друг Леха не так выглядит. Ну я же его не видела. Я пошел на велике кататься. Я пошел к Кириллу.
Давайте, я пойду уже в свою песню, в ее образ. Я поехал. Леша, это ты? Андрей, или ты кто там? Если запустить игрушки и смотреть не сюда, и свалить подальше в горизонт. Смотри подальше, иди не здесь. Здесь ответственность играть, и здесь не место есть, и здесь не место пить. Здесь не место пить, здесь не место стучать. Здесь есть место стучать от горы, подальше тысячу миль по вашей мокрой тропе. Бегу подальше нашего. Это она тебя так напугалась? Наверное, я что-то незнакомая, хоть пусть сами строят. Да, то хотя бы подружиться пытались. А то они в тот раз пришли и обзывали меня. Я что-то такого не помню. Просто тебя с нами не было.
Алипкотопс, я сал, ен, мац. Помните, я в том году букву схватил? Ну, надпись «Голливуд» на горе. Ну, который ты, Лех, сломал? Как же я их сломал? Ну, у нас прям фильм можно было снять. Как... прям как «Голливуд» надпись была. Можно еще не схватить. Ты прав, братан. У нас тогда можно будет прям фильм снимать, кто украл. Ты прав. Мама, так и пила, так и не нашлась. Да, и пила, братан, тоже все сегодня пойдем вокруг деревни. Зачем? Чеваться молотком и пилой. Ты узнал, кто их украл? Я у друзей спросил, они там знают, как, кого Ваню. И сказали, что вчера видели у него молоток и пилу. А ты когда у друзей спросить успел? Как проснулся, сразу пошел на велике кататься. Это только ты до 10 спишь. Можно с вами поехать? Если тебе только это быстро ехать будет, то тебе бабушка отпустит. Я с вами. Точно. Ну, поехали. Теперь давайте колотить и пилить. Давайте. Может, старую стену отремонтируем? Да ну что, она гнилая, она завешенная, за нее ничего не видно. Ладно, давай другую. Я пошел за гитару.
Здесь все так, так банально. Здесь все так, так иначе. Если мы молодцы, летели рок-н-ролл, посылал Новый год, потому что он заварил деньги. Деньги, 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 деньги. Здесь есть стиля, здесь на гитаре поиграть нельзя. Да. Всегда по расписанию. А, Туча, бежим домой!
пошел к ним. Нашел жизнь. Не знаю, давай посмотрим. Сырость, мокрость. Разве здесь, Леха, Андрюха, разве здесь была надпись? Какая? Давай так группу назовем Рок. Давай! Тоже все-таки укрывание? Я Леха, я украл. Ну ты же обед. Нет, это я, Леха, друг Леха. Путался. Боже, может не у своих выяснить? Нет, это шутка была. Я Ваню украл, не я. Я вас вообще не понял, братаны. А это наши инструменты, пила и молоток. А че еще? Спи.